привет, спасибо, что досмотрели довольно длинное вступление. На моем фоне Тарантино отдыхает, но все же. У меня уже кубик около недели, я более-менее его распробовал и хочу поделиться отзывом о нем. В своем инстаграме я просил задавать вас вопросы по поводу этого куба, и сейчас на самые ключевые я отвечу. В будущем я буду стараться так делать со всеми новинками, которые у меня будут появляться, чтобы сделать обзор более полезным и отвечать на конкретные вопросы, и чтобы не терять контакт с аудиторией. В Китае продажи уже вовсю идут, а вот в СНГ кубики должны появиться уже совсем скоро. Я поинтересовался у ребят из speedcubes.ru, когда же у них будут кубики, они подтвердили, что они вообще будут и уже должны приехать в ближайшее время. Помимо того, что у них новинки и так появляются быстрее всего, у них еще самые низкие цены на головоломки в стране и огромнейший ассортимент. Загляните на сайт, и вы удивитесь, насколько там много всего разного. Я уверен, что в этом огромном головоломочном безумии вы найдете что-то по душе себе или своим близким. А используя мой промокод, вы сможете получить хорошую скидку 10%. Праздники уже скоро, лучшего повода подсадить друзей и близких на головоломки вы вряд ли найдете, поэтому speedcubes.ru. Стоить кубик в России будет примерно 10-12 долларов, на русские деньги где-то 650-800 рублей, что, на мой взгляд, довольно дешево для такого крутого магнитного кубика. Похож ли кубик на предыдущий Даян Тенгюн, я сказать не могу, потому что у меня его не было, но могу сказать, что он похож на тот, который был перед Тенгюном. Даян 2018, кажется. На мой взгляд, кубик намного лучше Ган 354M, несмотря на то, что Ган на Кукан, мне 354M вообще не понравился, а Даян 54 мм очень понравился, при этом он стоит в 4 раза дешевле. И намного лучше крутится, ощущается, лучше срезает углы и все в таком духе. Если сравнивать с ближайшими конкурентами в лице Thunderclap V3M и MGC V2M, то Даян мне понравился больше всего по стилю вращения. Thunder и MGC, конечно, классные, но Даян мне ближе. Да, чувствуется стиль Даяна, в который был раньше, когда Даяны были единственными топовыми кубами, и, возможно, поэтому мне этот кубик ближе, чем кубики из такой же ценовой категории. Даян пересмотрели упаковку и сделали все по-умному, внутри мягкая прослойка из картона, на случай, если кубик упадет, то он не повредится. Качество пластика у кубика мне очень понравилось, в цветовой гамме используется темный красный, это, конечно, дело вкуса, я спокойно к этому отношусь, мне более важно, как кубик крутится, чем как он выглядит. Кубик существует в цветном пластике, как раз у меня такая версия, а также еще и бывает в черном, два самых популярных цвета, в других цветах я не видел. Если вот так просто вращать грань, то магниты чувствуются довольно сильно. Но на скорости они едва чувствуются и очень круто помогают сохранять стабильность кубика и делают вращение куба очень приятным. Даян 54 мм углы срезает просто прекрасно, как самые дорогие кубы за 2-3-4 тысячи рублей. 45 градусов пролетают незаметно, 55 градусов даже режет. Если больше сделать, то срезает либо против часовой, либо по часовой. Кукан со своими революционными разработками отдыхает. Несмотря на форм-фактор кубика мини, у меня остался всего один вопрос. Почему кубик не полноразмерный?